Как же подло, грязная игра, так нельзя. Я не могу такое смотреть, это просто ужасно. Привет, бро, меня зовут Пузи, и добро пожаловать на новый видос, где я собираюсь делать реакцию на самые смешные, эпичные моменты из Бравл Старс. Влепи свой лайкос и подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Ну а также поставь колокольчик. Нажми на этот чертов колокольчик. Спасибо тебе. Что? Самые смешные моменты Бравл Старс. Тест на психику Бравл Старс. Ржач. Сколько просмотров? 4,5 миллиона просмотров. Не, чуваки, мы должны с вами это заценить, раз здесь еще и 200 тысяч лайков. Итак, что у нас здесь происходит? Тут у нас Нита. У Ниты 2 пауэра. Появился робот. У Кольта сколько? 7 банок. Убили Була. Нита осталась один на один с Кольтом. Нита заспавнила медведя. Медведь дерется с роботом. Медведя убили. За что? Так, Кольт использует ульт и не попадает по Ните. Да ладно? И робот помогает. Босс помог, да ладно? Если бы я попал в такую ситуацию, то я бы провалился сквозь землю. У меня бы дико бомбило, потому что, чуваки, 11 банок, не попасть ультой по Ните. Блин, это жестко очень. Еще и робот тебя убил. О май гад. Мемно. Так, что происходит? Леон 10 банок. Они, видимо, все затимились. Или в чем прикол, я не понимаю. Что сейчас делает Леон? Убили Леона. Оу, вот это да киндер. Эти втроем. Умру сейчас за зоной? Да ладно! И босс там еще погибнет. Офигеть. Ставь хилку! О, молодчина. Не, ну, это было забавно. Почему эти чуваки убежали куда-то там в дым? Этого я не понимаю. Броубл. Итак, Фрэнк. Фрэнк сейчас что-то сделает. Не понял. Это что только что было? А можно слоумо, пожалуйста? Итак, получается, Джин притянул Фрэнка. Ворон использовал ульт и перепрыгнул до меча. А, получается, они одновременно использовали ульт. Ха-ха. Вот это кек. Ну, Эль Прима уже не добьет. Ну все, мы можем выключать замедление, оно нам больше не понадобится. Красивый гол. Лаги. Понятно. Лагучий сервак в Brawl Stars. Такое бывает, попадается. И что же сделает Бо? Бо сейчас убьет Шелли. Он убил Шелли. Пока все лагают, он спокойно всех выносит. О, смотри-ка, он ушел куда-то. Что? Абдым умер? Стоп. Что? Так, Джин убивает Кольт. И Кольт умирает в дыму. Пока собирал банку. Лагучие сервера Бравл Старс. Еее. Фрэнк и Пэм бегают вместе. Они в тиме все. Сейчас Фрэнк случайно убьет Пэм. Оу, подло. Нифига себе. Просто их ультой убил. Офигеть! Он их убил ультой! Он просто ультует каждую секунду. Вот за это я обожаю Фрэнка. За его ульты. Он сейчас еще и Эль Прима добьет, наверное, нет? А, не. Эль Прима единственный вышел из всей этой ситуации победителем. Что за анимация у персонажа? Что это за скин у него такой? Почему он так странно бегает? Может, я сошел с ума? Ладно, окей. 10 кристаллов. Прям рядом бегает. Попасть по нему не могли. Кольт тупо промазал. Что? Сейчас еще и Шелли убил. Он отжал все кристаллы. Со всех игроков отжал. Просто Эль Прима гопник. Так, Логан. Это Логан Пол. Нет? Нет, это просто Логан. Логан Пайпер. По идее, нужно только убить Пэм. Мансует! На последних секундах! 35 хп, подлетел! Как? Как такое может быть? Это шутка? 35 хп. Респект. Пресс F to P, респект! По 14 банок. Бул и Леон. Уходит в дым. Но здесь он отхилится. О, отхилился. Успеет, не успеет. Успел.
не-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 не. Все норм. Они думают, что он умер, а он не умер. Ну Леон же может убить. А что это происходит с экраном? Что за запись? Они снимали на микроволновку? Ну, им осталось Леона добить. Я ни хрена не вижу, если честно. Ни хренашеньки. Победили! Окей, я не понял, что произошло, но это было классно, раз они смогли затащить. Давай, еще один раз выстрели просто. О, все, осталось только Пайпер убить. Разменялись. Сейчас просто вслепую по Леону. Оу. Что? У меня на броболе мозг отключается. Помогите! Смотри-ка. Ворон атакует Эль Прима. Ему дали мяч. Он перепрыгнул с мячом и забил! Да это самый настоящий Рональдиньо! Еще раз так сделает. Это кек. Давай, пасуй, пасуй, пасуй. 2 секунды осталось. Вот сейчас будет красивый гол. Овертайм! Ну, тем же самым маневром. Глупые противники не знают, что Ворон умеет прыгать. Я думал, сейчас Леон соберет все сундуки. Стоп, там все играют за Пэм? Мне показалось это или нет? Хо-хо-хо-хо-хо! Просто зарашили его Пэм. Ну как от такого можно мансовать? Объясните мне. Как увернуться от такой опасной атаки? У Пэм же пули в разные стороны летят. Чего это было? Этот робот телепортировался? Что это? Это Булл протаранил робота? О-хо-хо-хо! Прикол. Автоатачит. Ошибка! Он автоатачил. Плохо, очень плохо. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Мощнейшая атака. Пока Джин тянул, Пэм еще и стреляла. Удар и гол. Просто спокойно подошел к воротам и забил мяч. Ого! Что? 4 Эль Прима. Короче, Кольт. Кольт обосрался. Все Эль Прима затимились. Я знал, что с этими Эль Прима что-то не так. Сейчас они, наверное, устроят кучу мала. Кто-то уже приготовился юзать ульт. Чувак подхилился. Куча грибочков. Ну все, сейчас у них начнется батл дикий. Эль Прима пытается вынести последнего Фрэнка. Бедный Фрэнк! Мне его очень жаль, если честно. Он от них не убежит. Ну давайте, давайте. Начните кидаться друг на друга. Будет забавно. Они просто ульты набивают таким образом. 5 игроков осталось. 5 Эль Прима. Ну затянули момент, ну давайте. Жду. Жду эпика. 3, 2, 1. Да начнется эпик. Все, понеслась. Хоба. Пошла драка. Я ставлю на Бронта, у него 5 банок. Он может выиграть. Бронта выиграет. Красава, Бронта. Дерись. Дерись, Бронта. Блин, Бронта убили. Выиграл Нику. Ну, зато по-честному они сражались хотя бы. Хоба! Не дотянул. Сейчас медведь заспавнит. Еще и медведь убьет Фрэнка. Блин, Фрэнк ведь сейчас умрет. Давай, давай, хилься, братан. Хилься. Просто мансуй, мансуй и хиляйся. О, по красоте! Давай, еще один раз долбани. Стоп, а как он скользит, когда атакует? В чем прикол? Вы видели это, да? Он пару раз вроде скользил. Во, опять! Что это было? Он залагал? Залагал просто на ударе. Кто выиграл, непонятно. Вроде он выиграл. Хотя хз. Стоп, 2 Пайпер в команде. Это дружеская игра, скорее всего. Как это 2 Пайпер? В смысле? Смотрите, как красиво Пайпер выносит. Пу! Пу! Давай добей! Пайпер выиграла. 2 Пайпер вин. 1 место, 6 кубков. Чё, блин? Как это вообще может быть такое? Фрэнки просто бегают втроем сразу. Туда лучше не заходить. Если они молотом зафигачат, то всем конец. Кактус против всех? Он, видимо, единственный не затимился. Ну ладно, я знал, что кто-то среди этих чуваков будет 100% предателем. И кактус в выигрышной позиции.
Он сейчас убьет Бока спокойно вообще. С одного выстрела. Красава. Фабио. Фабио молодец! Он не попал? А, он перехватил мяч. Из кустов тупо. Хитро, хитро. Чего? Как они все умерли? Итак, повтор. Бежит Брок и Джин. Брок выстреливает, другой Брок выстреливает. Тут появляется красная метка. И типа... Что? По Броку попадают. Попали по Броку. А, ну и все, и типа... Я не понял. Воу! Сколько банок! Просто бегай и собирай. Сколько их здесь будет, как думаешь? Я думаю, штук 17. 18. Или 16. 16 банок. Вот тут Фрэнк, конечно, тоже. Хорошо, хорошо. Давай, просто ультани. Они типа объединились в тим или что? Он использовал ульт в сторону. Таким образом показалось, что он идет на мировую. И ушел куда-то туда, в туман. Кто из них предаст другого? Фрэнк собрал банку! И поэтому выжил. У него на 250 хп было больше. Пенни. Ну, стреляется Пенни. Ставит пушку. И мансует, мансует, мансует. Мансует! Увернулся от выстрела! Вот в пушке есть польза. Только в том, что она может, когда стоит рядом с тобой, собирать весь твой урон, когда по тебе стреляют вблизи. Ну, в общем, мансовать вокруг нее очень прикольно. Ну, давай, давай. Добивай ящик. Затимились. О, это будет долго, видимо. А, нет, предательство, подлое предательство. Надеюсь, ворона предадут. Смотри, он там тим показывает. Тим показывает, нет? Он сейчас всех так будет убивать. Вот ворон показал Леону тим. И сейчас опять убьет вблизи. Ой, подло, подло. Как же подло. Грязная игра, так нельзя. Я не могу такое смотреть, это просто ужасно. Вот, смотри, он Джесси показывает так, типа, все, тим. И ушел. А сейчас пойдет за Джесси. И убьет Джесси. Ой-ой-ой, опять грязно, очень грязно. А Эль Прима этого не видел, он так еще и, наверное, Эль Прима убьет дальше. О-о-о. Смотри-ка, уходит куда-то далеко. Что? Что? Хитро. Ха-ха, три выстрела. Три трупа. Смотри, как Леон обходит аккуратно. О, в инвизе забил гол! Ну, как можно соревноваться с невидимым игроком в футбол? Я думаю, никак. Ладно, чуваки, на этом мой видос подходит к концу. Если вам нравятся реакции по Бравл Старсу, поставьте лайкосы и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Попытаюсь для вас подобрать еще какие-нибудь эпичные видосы, найти на просторах Ютуба, показать вам что-нибудь интересненькое. Увидимся с тобой в следующих видео. Yes. Playtime.